Работает. Так. Мишаня. Встань туда. Спасибо. Мишаня. Ты Миша? Я Миша. Саша, ты не Миша. Ближе. Ближе. Значит, раз, два. Для них показываешь. С двух шагов. Два шага вперед и кувырок. Раз, два, оп, и кувырок. Значит, ко мне. Вышли и с этой стороны. Вы раз, два, три начнете здесь, остальные начнут здесь, и потом я буду убирать, добавлять. А, да. Еще раз, старайтесь делать раз, два, и толчок с двух ног. Можно с одной ноги делать, но когда будет высота большая, уже с одной тяжело. Поэтому что нужно сделать? Раз, два, и напрыгнуть. Вот, напрыгнуть. Руки недалеко, не близко. Дальше. Самое главное, Миша, иди сюда. Сядь сюда. Лицом туда. Сядь. Значит, вот после кувырка, потом снимешь. Держать нужно колени. Кувырок сделали, расставили ногой. Колени не так стали, потому что держи вот так колени. Бам головой. Хоп, вишишка. Я же наклона не делал, но вишишечек. Пять. Вот так. Вот такое положение нужно кувыркнуться и встать. Понятно. А вы с той стороны? Так. Все встали. Вот это нет. Вы пока. Вот эти. Так. И еще раз. Техника безопасности гласит. Миша сделал кувырок. Встал. Как только отошел, тогда следующий делает. Понятно, да? Уходите кто-то дальше. Все, а вы сюда, давайте здесь. Покажите, поехали. Так, Макс сюда, Катерин сюда, пока здесь. Я вас потом переведу. Да. А ты боком. Помнишь, как это здесь? Сотки парка и боком. Так, давай, не стесняйся. Встань и перекат делай. Раз, пока, раз и убежала. Все, все убежало. Вот так, все молодец. Куда спешишь, Александр? Он еще не ушел, ты делаешь. Вот, коленки шире. Вот, все убежало. И делаешь тыльга, дрябка. С одной стороны, с другой. Саша, двумя ногами летает. Так. Стоп, мате. Вы вдвоем. Взяли. Забирайте, ставьте туда. Так, вы вдвоем. Забирайте, ставьте сюда. Вы вдвоем. Кто забирает, ставьте сюда. Все. Поехали. Отжимаем. Пошли, кувырки, пошли. Что вы сняли? Так. Да. И быстрее. Раз и уходим. Дальше. Стоп. Двух ног, Саня. Двух толкайся. Ну. Так, Макс перешел туда. Каталин перешел туда. Алекс перешел туда. Девочки, вы пока здесь вдвоем. Не спеша, спокойненько. Раз. Четко, красиво. Откуда я знаю? Если бы он был на тренировке спрятал. Так. Стоп. Еще возьмите два маска. Саша, так. Только ставьте его на сих пор. Вот. Стоп, а вы до сих пор. Чтобы он не бежал. Наоборот.
Все, от жены? Пошли? Нет, звучит мора. Репить это не значит очень быстрый бок. Просто чуть-чуть. И так жестко. Саня, гоу. Смотри, как это не большую. А ты сделай спин, да? А потом тряпку. Потихонечку. Вот. Стоп. Сейчас ты делаешь. А, Макс, давай. Стоп. Макс, возвращайся. Возвращайся. Макс, возвращайся. Руслан, оставь впереди Макса. Так, Руслан, сейчас ты делаешь. А потом Макс. Давай. О, толкайся. Опа. Хорошо. Умница. И уходишь. Макс, а ты никого не пускаешь, чтобы ты маленький. А то там есть, которые, знаешь, там возьмем марку, сколько жрут? Сколько жрут? Пошли. Так. Возьми вот тот мат. Не мат, а мешок. Вот сюда, пожалуйста. На мешок не наступай. Наступать может только Руслан. А вообще, Хайди, пошли. А ты сделай так. Здесь 4, здесь 4. Вперед, еще вперед.
Да, Саша, еще вперед. Вот так. Нет, это очень сильно. Да. Давай, дай мне тоже знать. Вперед. Помоги. Еще чуть-чуть. Вот.
Вот молодец, умница. Они как-то когда разбегаются, вот надо будет посмотреть и поставить себе видео, как они делают. Они с руками, а потом они как-то собирают. Ну надо будет посмотреть. Давай. Все. Вот кто у нас? Вы сейчас по одному разу и все на этом заканчиваем. Да? Пошли. Последний раз. О, есть. Видишь, он через... Он бежит. Он украл этот... яблоко, например. Бежит раз через забор. Кувырок и ушел. Сальто и ушел. Вот. Хорошо ворует яблоки. Катарин только в одной руке этого остановится. Сок, значит, смотрите внимательно. Сейчас мы ставим маты, начинаем отсюда. И по очереди. По два человека сначала сюда ставим. Пошли. Откуда сюда маты? По два человека. Нет, взяли. Нет, по два. Я не понял название. По два человека. Вот, поднимай. Стоп, не спешите. Так, как вы дальше? Дальше. Все, рядышком. Стоп, стоп, там не ставишь. Рядом, рядом. Теперь здесь рядом. Теперь здесь рядом. Теперь там рядом. И потом туда. Туда. Одну туда, одну туда. Пожалуйста, один на туда, один сюда, и сюда. Сюда. Левер, это туда поставьте. И еще сюда. На фузе кроме первый. Да. Хорошо. Вот этот поставить. Сюда, сели ушли. Саша, переведи руку туда. Нет. Держи руки, держи, ты его лицо. Кто первый номер, да?
Первый делаешь. В другую сторону. Отлично. Ну, смотри, сейчас мы не переворачиваем. Саша, посмотри на меня. Отпусти. А если соревнования вы родители, так будешь? Нет, значит, ты ножки суки. И ручки у тебя здесь. А вот я перевернул, да? Вот ты в момент можешь уйти и сразу начать бороться. А если ты привыкнешь так еще? Матей поменяли сторону. Так, Матей, что? Кателин, у меня большая просьба. Стоп, сели на колени. Миша, сюда. Я еще тут должен прям показать. Ложись. Когда находитесь сверху, захватите одну-две руки. Захватите. Вам поможет. Посмотрите, я захватил эту ручку. Да? Я могу переворот сделать, а могу еще и болевой. Ухожу в сторону руки. Видите, прижал. Да? Если у меня такая сила, отпустите. Хватает сил, я раз, пытаюсь сразу локоть, показываю болевой. Показываю и делаю. Это самый легкий болевой. Наоборот, он тяжелый. Сверник держит. Пошли. Вот вам 5 приемов. С одного захвата. Пошли. Взять ручку, перейти на болевой. Взять ручку, перевернуть, сделать удержание. Стоп, стоп, стоп. Отпусти его. И так как тут можно смотреться один чест. Ты не даешь ему себя, а я дал. Дал дальше, что дальше что? Я не даю сейчас, то есть это просто и все. Ты не даешь себе, то есть не даешь отработать. Да, не поднимай высоко руку. Пришли лучше. Вот и прижал, тогда не надо поднимать. А кухню? Он тоже не знает. Привет, не делаешь? На одну руку, на другую. Душить.
А он, конечно, если так будет шею ставить, то это фигово будет. Вот, даже если он так поставил, то что нужно делать в этом случае? Отойди в сторону. Смотри, эти руки, если вы так берете, я вам ложусь на руки, и у вас просто ложусь, прижимаю руки, и вы все проиграли. Значит, есть у вас рука, значит что? Просто идите отсюда, хоп, закрылся, отсюда душит рука, отсюда душит. У меня эта рука есть, отсюда я не даю. То есть уже рука есть, уже можно, чтобы она не брать, можно руку просто поставить. Видите как? Садись, Саша. Только смотри аккуратно твою руку. Все, вот, старайся. Если я так лежу, мне надо здесь закрывать, здесь закрывать. А если я лег сюда, на бок чуть-чуть, то мне только одну сторону, с этой стороны у меня плечо. И если вдруг он начинает брать, у него пальцы, вот, с другой стороны. Вот, видите, он берет, я его раз за пальцы, хоп. Оба, и отсюда еще и болевой сделаю. Не получится, это просто. Да, можно сделать, вряд ли получится. Саша не первый день борется. Так. Сейчас снимаем куртки. А какие годы следуют? Все. Все годы? Да. О. Сейчас. Еще раз. Фиксация. На спине. Если... Слушай, мам, ко мне. Ко мне, мам. Какой? Еще раз на колени. Посмотрите внимательно. Вы с этого положения ничего не считаете. Если Макс перешел сюда, сюда перешел, и делает мне удержание, то так, 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 так. Эй! Встань! Отсюда. 3 секунды, до 3, вернее, от 3 до 5 секунд, значит, дается 3 балла. Если из этого положения он плохо контролировал руку, я ушел сюда сверху, то мне дается уже баллы 2 или 3. А если я перешел в это положение, отсюда, вот отсюда, мне вообще дается 4 балла. Сел, еще здесь ноги запустил, спустил, все. Чтобы не вставали. Итак, сейчас просто боремся. Это у меня нет рука. Ну и что? Нет. Вот так смотрите. Готовы? Все. Да. Положи соперника на лопатки. Отсюда. Сюда. Так,
возьми его, я пусть. Вы пока вдвоем. Мы. Ну так и убери. Очень плохо. Хочу. Последний. Я немножко боремся. Вот здесь второй. Сейчас кто-то уйдет. Вы знаете, я деньги куплю. Да, вопрос. Вот то, что прием, то, что прием получили. Стараться за ручку взять, перевернуть так. Души его! Миша, души его! Матей, стоп, больше не двигайся! Вот встаньте, подождите, да? Посмотрите на Мишу. Что вы? Вот, посмотрите сюда, подожди сюда. Да, Миша? Что вы посоветуете Мише делать? Нет, он же держал, иди сюда. Иди сюда. Вот он взял, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Только я не шеф, потому что я не разминал. Вот он, например, взял. Ну, даже вот держи руку и ногу. Значит, что вы делаете? Вы чуть-чуть отходите сюда, сюда. Здесь и болевой удушающий. Смотрите, рука и шея. Еще раз. Специально, ну, так, ну, я просто не знаю. Значит, надо сбросить. Дальше. Пусть держит руку, держит. Держит руку. Отсюда, если кимоно, то ставим руку за кимоно. Если нет, убираем голову сюда. Оп! Здравствуй, Бася. А что с ногами? Вот. И отсюда мы душим, переходим на удержание. Бассейн. И держи его. Стоп. Стоп, Матея, 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 Миша, посмотрите внимательно, вас Миша берет за туловище и переворачивает через себя. По вольной борьбе это считается, да, будет по вольной, по классике, по дзюдо, самбо, грэпплинг, джиу-джитсу. Не считать. Считаться не будет. А потом вы в такое положение попадаете. Посмотрите, Миша меня берет сверху за туловище. Взял, да? Я ушел сюда. Хоп, что ты падаешь? Миша. Обычно бери. Смотрите, раз. Расслабляйтесь. Отпусти чуть-чуть. Ну не падай, стой! И отсюда, посмотрите, я ему что делаю? Болевой. Это раз. Называется выстрел. Сюда головой, сюда перевернулся. Видите, если он вернулся, удержание делает. Если Миша взял сверху за туловище, да, старается перевернуть меня. Вот, вот он переворачивает. Посмотрите, у него стоп, голову, где твоя голова? А это что? Плечо. Смотрите, вот он вас переворачивает, вот вы лежите. Вот его две руки. Взяли руку. Хоп, болевой. Отсюда локти держим, удержание. Спасибо, Миша, что переворачивал. На эту руку болевой, на эту руку болевой. Наоборот. Взял за туловище, скажите спасибо. Нырок сюда, да болевой. Перевернул, делает удержание. А получается так. Один Саша берет, переворачивает. А Миша убегает. Наоборот. Хазин. Через руку! И держать!
дальше. Стоп. Михаила, нет. Руслан, аккуратненько обойди. Вон красный мяч лежит. Принеси мне его. Матен! Так. Первый номер ложится на живот. Второй номер садится сверху. Второй номер садится сверху. Что у тебя руки? Верно, ручки сюда. Так, ваша задача. Ваша задача сверху. Эй, только стой на коленях, удушающий нельзя делать. Где мой пилюлькин? Вот он. Сразу бить буду. Убью. Вы так просто человека поломаете. Посмотрите, когда удушающий, вы должны его спина, ваша грудь, то есть одинаково. Сколько вы можете прогнуться, то есть вы не поломаете. Если вы сидите на коленях, тянете, то, конечно. Теперь смотрите дальше. Ваша задача, он защищается, а твоя задача перевернуть его на спину, сделать удержание, постараться сделать удушающее, постараться сделать болевой. Но так как это вам дается только 15 секунд, эй, 15 секунд, и будет меняться все время, поэтому смотрите, как получается. Будьте аккуратны. Готовы? Джим. Раз. Два. Три. Возьми Михаила. Так. Ложись на живот. Ингел. Ложись. Ты держишь мяч, а Руслан... Нет. Низкий партер. Локти, колени. Вот так. Держи. Вот так меня мальчик держи. Нет, не так, а ближе. Да. А Руслана должна у тебя забрать. А ты не должна дать ей. Так, Мате! Стоп! Мате! Мате! Руслан. Так, поменялись. Ты сильно будешь держать. Ты сильно будешь держать. Внимание! Хвати! Руку! Вот так держать, Миша, молодец. Шесть. Не давай, Михаила, не давай. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Мате. Так. Кто у нас самый маленький? Опять Миша. Миша, достань там маленький набивной мяч. А этот, Михаил, отнеси Мише. Миша, маленький возьмешь, а большой поставишь туда наверх. Поменялись? Хорошо. Вот так. Кто ложится на живот? Кто на животе? Один. Кто на животе? Номер один. Первый номер. Сейчас. Сейчас Мишенька поставит. Внимание. Джой! Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мате. Молодцы. Поменялись. Приготовились. Слава, стоп. Не было команды. Отойди вон туда. Готовы? Хаджуме! Раз, давай, давай. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Мате. Что случилось? Что такое, Влад? Все нормально? А? Что? Все нормально. Кровь не идет? Хорошо. Поменялись. Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Макс, ложись на спину. Ты должен быть между ног. Вот в этой, вот в этой ситуации, вот эти, как их, ADCC-шники. Значит, Макс выигрывает 3 балла. Он ложится на спину, захватывает Сашу и держит. Саша должен выйти и что-то сделать.
вот из этой позиции Алекс должен выйти, выйти из этой позиции, отойди от него. А ты, Макс, должен его ногами, руками держать. Ты понял? Если он отошел на шаг, то ты уже все останавливаешь. Легли в эту позицию. Один на спине, один между ног. Один на спине, один между ног. Удержать соперника, не дать уйти. Приготовились. Хаджина. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Дани, пришел к Мише, Саша, Утуков. Готовы? Стоп. Сашенька, еще раз. Возьми, посмотрите, как Саша взял. Он взял ногами, нет, и вторую руку под, снизу, и двумя руками за туловище, нет, это сверху, снизу руки, вот, только голову сюда, под голову, стоп, еще раз. То есть что нужно сделать? Ногами, потом нырнуть под туловище, захватить руками туловище, и ногами, руками. Приготовились? Хаджина! Уно, двое, три. Патрон, забирай. Чинч. Шапте. Оп. Ноу. Смотрим на меня. И если у вас в партере или в стойке прямые руки, то такое положение, кто выпрямил руки, называется жопа. Все. Ничего нельзя сделать, как проиграть. Руки надо держать согнутые, как в стойке, так и в парке. Моя рука выпрямленная. Соперник делает шаг назад, и я падаю. Партере. Саша. Если в партере твои руки прямые, то ты получаешь болевой. А если согнутые, Влад начинает делать болевой. Ты вытаскиваешь руку, заходишь назад, получаешь 3 балла. Ты понял? Еще раз поменялись. Нужно сидеть. Еще раз. Только тот, кто на колени, должен уйти от тебя. Просто встать и уйти, чтобы не было касания. Готовы? Хаджина! Держи Андреева! Вот так! Голову к себе! Кто тебя отпустил? Ударился? Хорошо! Матея! Стоп. Матея! Так, Алекс стойку, Макс на спину, спинаря, Макс стойку, Алекс стойку, значит, что ты лежишь как труп, значит, твоя задача, зайти и сделать со стороны головы удержание, ты не переворачиваешься, Макс, ты двигаешься вправо, влево, защищаешься ногами, но не бьешь его ногой. Ты защищаешься. Ты можешь перейти на болевой. А ты должен перейти... Но! Стоп! Алекс не должен подпрыгивать и прыгать на него вот теми ногами. То есть ноги убирайте в сторону и забегайте аккуратненько, старайтесь сделать убежание. Приготовились? Готовы? Хаджина! 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. Матер! Матер, показывай. Саша, как у тебя? А можно на животе? На животе. Ты борец или кто? А если драки берет на животе? Еще раз показываю. Смотрите внимательно, ложись на спину. Саня двигается от ножки. Он взял ноги, убрал в сторону и пошел вот этой рукой брать за шею. И сразу получил борьбой. Еще раз. Отсюда убираю ноги вправо-влево. Я убрал ноги сюда. И если я начал делать... Здравствуйте. Этой рукой стал делать удержание, сразу получу болевое. Не этой рукой, дальней рукой, отсюда стараясь захватить ручку перейти. Понятно? Пошли. Меняемся. А что? Ой. Три. Пахту. Бей его по голове. Шарбан ему давай. Шахта. Шахта. Оп. Ноу. А ты? Каталин. Каталин. Ты должен лежать, постараться лежать на спине и защищаться на спине. Ты соперника видишь, а так ты не видишь. Поменялись. Вот здесь. Готово? Нет. Держи мяч. Есть силы еще? Да. А, ты сядь туда. Сядь туда. Дай мне мяч. Да. Ты сюда ложишься. 20 раз пресс. 20 отжиманий. И вот уходишь вон туда, потому что там камера работает. И можешь, вот здесь можешь, вот здесь около стола. И делаешь 20 приседаний. Хорошо? У тебя пресс, отжимания, приседания. Внимание! А сейчас Макс идет сюда, я здесь вот делаю перегревочку. Еще раз. Вот я вам дал вот этот проход. Те ребята, которые занимаются джиу-джитсу и грэпплингом, они в сути не работают. Они просто не делают. Почему? Потому что делаешь бросок, нужно зафиксировать. Если ты бросил, бросок не считается. Бросить и зафиксировать 3 секунды. Тогда тебе дают, кажется, 2 балла. То есть у них борьба не рассчитана на дзюдоистов, самбистов. Они под себя эту борьбу правильно делают. Поэтому они могут что делать? Они вот Влад боролся, Артем, они выходят, им раз ложатся, на спину начинают затягивать. Затягивать. То есть даже если вы его бросите и не пойдете на него, он перешел, ушел от вас, ничего, оценки нет. Почему? Если бы ставили оценки, то, конечно, борцы бы. Единственное, что я думаю, что по джиу-джитсу может быть. По джиу-джитсу может быть. Это такой захват брать. А вот брать за кимоно вот здесь. Так, а теперь смотрите, что вы сейчас будете делать. Они в основном в паркере работают. В паркере они очень хорошо работают. То врач направо, влево, этот. И когда вам дают упражнения, вы их стараетесь не делать. Они делают. Я вам только скажу по одной причине, они делают. Потому что они платят. Вот они ходят 3 раза в неделю, они платят 300, 400, 500 рублей.
Там проходит 45 занятий. Их папа проверяет, понимаете? Поэтому он учит. А вы приходите здесь, но показал. А могу деньги с вас собирать? Мне это даже приятно будет. Иди сюда. Посмотри. Макс находится между ног. Макс находится между ног. У вас есть две руки. Захватываете одну руку сюда. Раз, убираете. Поворачиваетесь. Оп. Закидываете ногу и делаете полюбку. И все. Иди сюда. Еще раз. Раз, два. Убрали. И поворачиваемся. Повернулись. Чуть-чуть повернулись. Убрали. И перешли на болевой. Пошли. Первый номер. Еврейской греко-римской борьбе, пожалуйста.
Нет, без портфель. Без портфель. Разогревайте. Без портфель. Как Саша там сейчас? А, нормально. Я не соревнуюсь. Но все равно еще плохо. Машина едет. Экс? Ну, почему что она трубочка? Так, пошли сели сюда. Да. Паспортка мне. Паспортка мне. Еще раз. Эй, стоять прямо. Головы не мотать, как бараны. Постараться захватить соперника, сделать небольшой шаг и захватить снизу за туловище. Ломать где-то не надо, поднимать. Захватил, раз, два, три, отпустил. Дальше, если вдруг, вот вы боретесь, у классиков и у вольников, там так, если я его заставил выйти за ковер, это один балл. Вот это я лечу, борясь с классиком. Я как бы немножко по этой резкой бреве чуть-чуть поборолся, но я забыл, что они выталкивают. Начали выталкивать. Я стал упираться тоже. Блин, нифига себе. Вот. Посмотрите еще раз. Потихонечку, бери за туловище. Вот он делает шаг и берет. Еще раз. Давай. Вот. Бери. А у меня рука это вмещается. Значит, что надо Артему сделать? Надо эту руку. Оп, захватить. Что нужно делать? Еще разочек. Я раз отсюда, он берет, я стараюсь за эту руку. То есть, как вы видите, движение идет, вот как бы борьба на руках. Борьба на руках. Если вы чувствуете, что вас возьмут, да, вы что начинаете делать? Начинаете говорить, не падать. Не надо падать. Стойте, ну проиграл позицию, проиграл. Этих позиций миллион. Значит, в следующий раз я вам скажу, какие ошибки. У вас прямые руки. Ручки, вы же можете прижать руки. Вот, смотрите, Артем берет, берет. Видите, я ему не даю. Почему? Потому что руки здесь у меня снизу. Прижал здесь, отсюда. А вы начинаете еще так, пим-пим-пим, по морде. Вопросы есть? Идите, разогрейтесь еще. Давай разогревайте. Все, пошли, борьба на руках. Девочки, вам 30 приседаний, 30 отжиманий, 30 раз пресс. Так, чтобы... Да. Все, все, иди. Что ты слышишь? Пошли, борется на руку. Стоп! Вот, я убью. Где ваши два мата? Если вдруг один из партнеров вышел двумя ногами, значит он лучше этому будет бить. Он должен остановиться и отойти назад. Раз! Где твои два мата? Вот два мата. Так это не так. Да, мы смотрим, где Стоп. Идите вот сюда, Саша. Что? Вы поедете, вот встаньте туда, а вы вот там идите разменять. Давайте, давайте. На руках, на руках. Вы поедете, сидите сюда. Андрюха, что ты согнулся? Вообще боремся на руках. Вот так, стоп. Стоп, не сгибайся, стой прямо. Стоп! Не держите вот так пальцы, уберите пальцы, держите больше вот так вот, помните. Большой палец, чтобы не убить. Просто отсюда, видите, убрали пальчик, раз, раз, раз. Джимен. Так, сырбу нет. Леску нет. Шинды нет. Блин. Стоп! Матея! Ребят, вы извините меня, но я не знаю, меня вот называют, знаете, вот, и я буду отбелиться уже. Первый мой выход на мост, это гара,
Кармиар, то есть железнодорожный вокзал. Там вот такие вот, каменные есть. И мой старший собрал, значит, человек 10-12 пьяниц, вот так вот, посадили. И он говорит, я пойду звонить машину, вызову, чтобы они, машина приехала и забрала, вот извините, а ты следи. Значит, я смотрю, значит, один сюда ползет, другой сюда ползет, третий так ползет, я их собираю. Вот вы мне напоминаете этих вот, почему, потому что когда вы боретесь, вы вот так боретесь. Эй, вы порез, вот оно движение. Ну нельзя ноги вообще не крестить, не подпрыгивать. Вот так ноги надо ставить. Смотрите, какие красивые пацаны. Охуеньте вот так вот. И этот, который с вами борется, вас держит, чтобы вы не упали. Че? Михаила, делай столько, сколько можешь. 30 не можешь, делай 20. Применяй, Андрюха! Блин, сейчас ему палку встану рядом. Прямо. Не бросайся от плечо. Мягко подходи. Пошку видел когда-нибудь? Стоп! Вы, пацаны, не прыгай меня в партнер. Нет. Прижмите, просто идите к нему маленькими шагами. Че? Пошку. Да-да. Где его за шею зверстать? Правильно, молодец, и первый. Что ты поворачиваешься? Выпрями. Девчонки? А мальчишки сделали? Или только девчонки? Хорошо. Возьмете тогда мяч вот сюда. Никто не ударился. Все, тогда давай. Матея, Партер, поменялись, второй номер, берет руку, убирает в сторону, Хасен, раз, ногу, сначала двигаемся немножко на бок, не, Сашенька, двигаемся и туловищем тоже, три,
4. Ногу Мак, что делаешь?
кто делает голливуд? Я. Попробуй на ногу сказать. Латте! Встали! Встали! Так. Ты. Как тебя зовут? Дан? Дан. Идешь в бурдузы. Пастухов, Артемчик, перейди, пожалуйста, к Лиле. Разобрали. Это на карту можно сам. Что? На карту. Посмотрите. В спортивном разделе, в спортивном самбо и дзюдо, если на руку, то так. То есть нельзя выкручивать. А самбо разрешается делать на колено. Выпрямляя его, здесь держишь и перегибая колено. Здесь то же самое. А за пятку скручивать нельзя. Поповский боролся. На пятку раз, коп-коп. А пока судья шел, тот заорал, поднял, дает мне и говорит, так нельзя. Я не знаю. И ушел сразу. И ударил победу, и слава тебе, Господи. Да, я знаю, что так нельзя. Ну раз сдался душой, судьи молчат. Ничего, блин. Все, встали. Пожалуйста. Аджи. Так, стоп. Макс перешел к Саше. Миша. Перешел к Урельце. Аджи. Урельце. Захватить соперника и оторвать. От ковра. Любой захват, кроме ног. Красавчик. Кто есть и попыт? Молодец, Катерина. Стоп. Бурдуша? Да. Значит, еще раз. Новички. Это люди, которые, они здоровые. Я не поворачиваюсь, а локтями, глаз. Будь аккуратен. Хорошо. Даже если ты поднял, он все равно будет упираться и локтями. Поэтому ему говорю, стоп. Он даже тогда может не остановиться. Все. Попробуй снизу. 3 секунды. Молодец. Болевой прием делает второй. Артем, идешь к своему партнеру. А ты идешь сюда, Макс, к своему. И вы меняетесь. Второй номер, болевой на ногу. Пошли. Стоп! Где тут?
или результаты. Хорошо. Тогда уйдите туда на серединку. Вы на серединку. А вы здесь со стопом, вот здесь вставайте. Вот так. Хочу! Пальцы убираем большие, а остальные пальцы в этот самый. Как кулачок. Ой-ой-ой. За шею его. Вот так подними его. Так нет. Стоп. Подними. Да. Так, что ты уходишь? Ты раз покажи, и все. Следующий раз усилие. Попался. Ты держи его, ты же. Ай, да. Юджин, ты слушай. Так, все смотрят на Артема и Влада. Артем, покажи, ложись на одну ногу. На одну ногу. Мясо ногу почти удушаешь. Эй! Мура! Нет, ты неправильно показываешь. Головой сюда. Эй! А ты не мазал, иди там другие люди. Вот, да, треугольник. Посмотри. Посмотри. Вот ручку. Убираем в сторону. Поднимаем таз. Разбираем. Давай разбираем другой. Да, и уже дальше, да. Что ты пукаешь? А, я понял, это знак сдачи. Если нет, еще раз посмотрите. Ручку. Посмотрите, куда он убирает. Смотрите, раз, он убрал между ног. И теперь вот убрал, а теперь нога идет сверху. Раз, два, оп. Еще и сюда. Значит, еще раз. Убрали ручку. И эта же нога идет сверху на плечо. Ну, плечо, жара, захватывает и пить. Пошли. Первый номер делаем. Правильная нога должна быть молодец. Здесь тоже поменялись. Ты идешь.
Ты идешь, да, Катерина, Андрей, ты идешь сюда. Аджимен! Боремся! На руках? Да, на руках. И смотрите, сколько? На туловище двумя руками. Раз. Два. Хорошо, лишь полезно ударить. Захватить труп, поднять. И еще одно. Зайти назад, сзади. Захватить туловище сзади. Вот три победы. Аджимен! Стой на месте, не иди на него. Если соперник не хочет, чтобы его подняли, падает, отпустите. Вы выиграли. Мальчики, сюда подойдите. Да, чтобы не сильно было. Скажи наоборот, Мишаня, идите. Стоп, Андрей. Андрюха, стоять прямо. Ой, ты погоди, что у меня прямо. Отлично. Дай ему фору, 5 очков, побежай. Поднимайся.
Просто будьте аккуратны и внимательны.
Удача захватить за две ноги или одну ногу. Не стоять с дураком, а выпрямить. Можно оторвать соперника, можно выпрямить. Еще раз, будьте аккуратны. Первый номер захватывает ногу, второй не дает. Захватить ножку двумя руками. Или одной, или две. Без броска. Смотрите внимательно. Смотрите внимательно. Я захожу, хочу взять. Он убирает, да? Я же потом раз выпрямляюсь. Если ваша голова над моей, то я вам дам по зубам. То есть не стойте во фронтальной стойке. Получите. То есть он за ноги, вы уходите, остается лицо по зубам. Одна нога. Одна нога. Вперед, другая назад. Он должен захватить двумя руками за ногу. Двумя руками за ногу. Вот он должен захватить. У вас же есть эта рука. Не дайте, поймайте руку, не дайте захватить, оттолкните, открутить. Еще раз. Вот. Раз, одну руку поймать, не дать. То есть он двумя руками захватит. Или две ноги, или одну. Хачерка. Андрей, иди к Максу. Саша, иди. Эй, что вы лежите? Только в стойке работаем. Только в стойке. Иди сюда, маленький. Ничего не будет, слушай. Пошел, Валерий. 20 пошел. Пошел, Валерий. Так.
Макс, за ним. Кто? Когда они прыжки, это кукурузу соловить сюда. Приспутся! Не надо далеко. Ладно, пошел, Макс. Пошел, ладно. Слух считай! Сейчас. Громче! Пошел. Слушайте там максимально. Пошел. Андрей, кто? Что такое? Так, кто тут у меня? Ты. И ты. Вот туда. Взяли за руки. Вас присадили там. Так. 20 прыгивали. 20 прыгивали. 20 прыгивали. Да. Еще раз. Как хоть зигзагами, только 20. Он на месте. А ты давай зигзагами. Это папа говорит. Папа, почему говорит наша бабушка зигзагами бегает? Кому бабушка, кому теща, дай еще одну обойму. Так, мы. Да. Пошли. 20, можешь писать, можешь писать. Вы приседание, Маш, приседание, не надо напрыгивать. Так вы делаете 20? А не поставили? 20 делали. Да? Молодцы. Все. Выбрыши, одели курс. Так. Влад, с кем хочешь побороться? Я уже не хочу. Бортуша. Можно? Да. Берите ключ. Аккуратно открывайте, не ломайте мне ключ. Иди сюда, как ты. Сергей Анатольевич, иди. Что нужно делать? Голову. Берешь две тряпки, намочи, просто положи и одна это. Это поддержал, она согрелась. Это холодильник, который осталось холодно. Два дня холодно. Что там, вот эти тернусы, да, что ли? Да, я не могу.